Доброй ночи всем, кто до сих пор с нами, и приветствую всех, кто к нам только что подключился. Меня зовут Тейк, и вы слушаете радиошоу «Луч» на волнах радиостанции «Мегаполис 89.5 FM». Представляете? Только сейчас понял, что сегодня Новый год, старый Новый год. Оказывается, не все потеряно, поэтому торжественно поздравляю вас с новым 2019 годом. Вернее, со старым новым. С новым, в общем, с новым 2019 вас годом. Любите и будьте любимы, будьте счастливы и наслаждайтесь жизнью. А самое главное, будьте здоровы. А мы, в свою очередь, постараемся сделать вашу жизнь интереснее и веселее посредством нашей музыки. Кстати, как вы провели праздник? Перелистывая Инстаграм, я увидел, насколько разный у людей отдых. Кто-то отдыхает в горах, катаясь на лыжах и сноубордах. Кто-то проводит это время на берегу океана и песочном пляже под палящим солнцем. Кто-то просто гулял по паркам в городе. Лично я, вы, наверное, сейчас будете смеяться надо мной, абсолютно все праздничные дни, начиная с 31 декабря, провел дома с семьей, но сидя на диване, параллельно играя на прохождение в Far Cry 4 на PlayStation. Просто тащусь от этой великолепной игры. Динамичный геймплей, захватывающий сюжет, просто гигантская карта открытого мира. В общем, время в этой игре летит незаметно. А все это действие я стримил в Twitch. Поэтому, если интересно, вы можете посмотреть весь процесс прохождения прямо там. Просто ищите на страничку поиска и наберите Антон Тейк. Кстати, пока что мой личный рекорд — это 12-часовой стрим на Ютубе. Но, к сожалению, они его заблокировали из-за нарушения авторских прав. Попробую достать его оттуда и где-нибудь опубликовать для вас. Да, я очень люблю консольные игры, и именно консольные, так как играл в приставки все свое детство. Наверное, как вы и многие наши слушатели, проводили бессонные ночи в играх, а потом после всего нескольких часов сна шли заниматься своими делами. Да, бывало и такое. Все, не буду больше грузить вас своей болтовней, продолжаем слушать музыку, так как за 3 недели в моем рекордбоксе ее скопилось превеликое множество. Далее у нас работы от Clinical, The Outsiders, Dauntless, Visages, Lockjaw и Missing. Совместная работа от Zero T и нашего московского артиста Distant Future, он же Paperclip, под названием One More Time.
89.5 FM. Thank you.
JT here. You heard the expression money doesn't grow on trees? Megapolis 89.5 FM.
более плавную форму с треками DRS, совместно с Artificial Intelligence под названием Overdose, Hieroglyphics с треком Silver Lining и Grey Code под названием Pearl. Да, вот такая вот жемчужина недавно вышла на лейбле Metalheads. И, конечно же, эксклюзивы. Даже без них. Они в буквальном смысле очень горячие, так как вышли из-под пера своих авторов буквально на днях. Ну, или, по крайней мере, совсем недавно. Первым будет трек от московского музыканта Deckline под названием «Мираж». Очень мягкая, но в то же время достаточно напористая работа, которая, ну, просто не прошла мимо нового эпизода радиошоу. И завершительная композиция сегодняшнего выпуска под названием «Analog Dreams». Это очень трогательная и захватывающая композиция, которая за одно мгновение перенесет нас примерно на 25 лет назад, когда такая музыка только начинала будоражить умы всех слушателей. Это работа также от московского музыканта по имени Тайлер Фрост, который ныне, если я не ошибаюсь, живет в Самаре. Оба невероятных талантливых артиста, Deckline и Тайлер Фрост, которые работают над своим творчеством и не покладают. Это я вам говорю абсолютно точно. Также они оба были гостями наших выпусков, и мне очень нравится то, что они делают. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже услышали их работы и оценили по достоинству. Кстати, своими впечатлениями касательно услышанного в эфире сегодня или до этого вы можете делиться в официальной группе радиошоу «Луч» ВКонтакте по адресу dk.com/luchdmb. Там вы найдете записи всех предыдущих выпусков. Также добавляйтесь в наш специальный телеграм, телефонный мессенджер, телефонный чат. Очень популярный мессенджер. Ссылочку на него вы можете найти также в группе радиошоу ВКонтакте. В этом чате собрались все единомышленники, и мы беседуем там на абсолютно разные музыкальные, игровые или развлекательные темы. Все очень культурно, так что welcome. И добавляйтесь ко мне в друзья, ищите как Антон Тейк абсолютно в любой сети, Facebook, Instagram, ВКонтакте. Добро пожаловать, будем знакомы. И, конечно же, официальные странички радиостанции Мегаполис FM, ВКонтакте, Facebook, Instagram. Всегда к вашим услугам. Добавляйтесь и будьте в курсе всех событий. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Берегите себя и своих близких. Всего вам доброго.
a standing room only crowd here at Maze You're Bank Arena. Fun. Oh, yeah, it feels like a fire hazard. It is a fire hazard. It's arena war. We turn hazards and carnage into a raiding spectacle you can't turn away from. I'm Al Jerome here with the legendary Chuck Friendly. You know, Al, when I was a stuntman and a movie star, I slept with a lot of women. But nothing is as quite as exciting as this. I'll take your word for it. Tonight, passion, pain, carnage, blood, and speed. I was at that party. No, that never happened. All brought to you by the Bravado Bison, a truck that makes you a man, even if you're a woman. Get off!
Record Club. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России. Yes, 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 Massive. Это пиратская станция. Мы на частоте вещания Радио Рекорд. Немножко поуменьшилось, я бы даже сказал, в несколько раз количество синтов. Пока что такого позитивного вокала, прибавились басы. Ритмика стала более ломаной. Пиратская станция здесь, и мы начинаем «Ночь огня» вместе с драм-н-бейс музыкой. Yes, yes. Продолжаются зимние эфиры пиратской станции. И сегодня студия полна гостей. В течение ближайшего часа услышим с вами два разных взгляда на драм-н-бейс музыку. Порой даже, наверное, кардинально разных. Всем эти миксы и будут интересны, в частности, я. Сегодня женский час, и прекрасные девушки-диджеи в студии. Диджей Зимина уже начала ставить свои пластинки и всякие новые вещицы. Ну а вторая половина часа будет представлена диджей Зигрил. И поговорим о более темной стороне драм-н-бейс музыки. Бум! Contest. The big rich angry guy versus the little people. I love it.
soul down the herb field in the Caliweed. Police in helicopter, I smell the marijuana. Police in helicopter. Police in helicopter. Police in helicopter. Да-да, друзья мои, это пиратская станция. И как же трудно оторвать диджея от вертушек, когда он полностью увлечен своим процессом. И у нас в гостях сегодня в течение первого получаса диджей Зимине дарит свой особый вайб. И немножко, наверное, дарит вайб заведения, которое она представляет, Saint, который уже плотно вошел в культурные слои драм-н-бейса. Йо-йо-йо, всем привет, да, это я, диджей Зимине. Сегодня мы слушаем мои свежие предпочтения и готовимся к вечеринке с Продайтом. Я думаю, что все об этом уже слышали, кто хотел услышать уж точно, да. Я, друзья, Продайт снова посещает Санкт-Петербург. Не пропустите ни в коем случае. Поэтому сегодня будет очень много таких вот настроений, New School Jump Up и даже один трек от Афродайта. Ну что, друзья, продолжаем раскачиваться. Очень неплохой вайб. Это Радио Рекорд, пиратская станция, диджей Зимине в миксе. Бум! We'll be right back.
Да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем барабанить и басить на Радио Рекорд. Диджей Зимене за вертушками. И продолжается такой New School Jump Up и около New School Jump Up с примесями периодически джангла. Специальный, в общем, вайб в студии. Yeah.
Ну что, хотел бы немножко продолжить разговор и все-таки еще чуть-чуть поговорить про Saint. Место славится, уже зарекомендовало себя за довольно короткий промежуток интересными привозами. И если так особо даже не вдаваясь в подробности, что нас ждет в ближайшем будущем из вот такого любопытного? Ну, я хочу сказать, что мы продолжаем не просто удивлять, потому что изначально мы вообще удивили общественность тем, что открыли драм-н-бейс бар. Мы продолжаем просто взрывать мозг и ломать шаблоны. И в середине февраля привозим единственного в мире трансгендерного драм-н-бейс-диджея, диджея, который поменял свой пол. Это диджей Би-комплекс, известный по сборникам пиратской станции своим треком «Красивая ложь». Артист Госпитал Рекордс, и я надеюсь, что вы поддержите наше безумие и примете участие в этом акте. Акте свободы. Вот это дело. Ну что, друзья, все с интересом будем следить, как будут развиваться события, в частности, и не только на этой вечеринке, но и в дальнейшем у этого заведения Saint Drum & Bass. Ну и, конечно же, в Saint Drum & Bass баре Би-комплекс встретится с первым травести Drum & Bass диджеем России. Это будет как раз день рождения Мами Визард. И посмотрим, что из этого выйдет. Он тоже с нетерпением Би-комплекс ждет этого мероприятия. Ну что, друзья, еще буквально пару минут диджей Зимине дарит свой вайб в пиратской станции.
Друзья, диджей Земля заканчивает свой микс, и прямо сейчас ее сменит диджей Зигрил. Другое настроение драм-н-бейс музыки нас с вами ожидает. Ну а Земля говорим big up, спасибо за эти вибрации, и напоминаю, что трек-лист можно посмотреть в социальных сетях, на сайте специальных страничках, где выкладывается шоу уже сегодня днем. Всем спасибо, передаю пульт в надежные руки, и женская ночь на пиратской станции продолжается. Ну, не совсем уж женская ночь, женский час, скажем так, потому что второй час все-таки я представлю внедренный список новинок, специально подготовленный для этого эфира. Yeah.
Да-да, друзья мои, это пиратская станция. Мы продолжаем шоу, и поступь стала более тяжелой. Барабаны затрещали, и атмосфера помрачнилась, стала темная. И мы так или иначе слушаем Dark Side Drum and Bass в исполнении диджея Zigril, которая радует нас интересной подборкой. Катя, привет. Привет-привет. Очень рада оказаться здесь. Наконец-то могу представить себя уже в качестве продюсера, ну и, в общем-то, поиграть. До этого играл, в общем-то, коллаборейшн с Paragon. Он еще не вышел, так что можете послушать, очень круто. И также сегодня, почему я, в общем-то, здесь нахожусь, хочу представить свой, наконец-то, дебютный трек на лейбле Tech-ish Recordings. Трек называется Dance of the Shadows. И, в общем-то, дождаемся ночью дальше. Ну что, да, друзья, чувствуем эти вибрации, чувствуем ту музыку, которая преподносит для нас сейчас лейбл Tech-ish Recordings.
standing room only crowd here at Maze Bank Arena. Oh yeah, it feels like a fire hazard. Oh, it is a fire hazard. It's arena war. We turn hazards and carnage into a raving spectacle you can't turn away from. I'm Al Jerome here with the legendary Chuck Friendly. You know, Al, when I was a stuntman and a movie star, I slept with a lot of women. But nothing is as quite as exciting as this. I'll take your word for it. Tonight, passion, pain, carnage, blood, and speed. I was at that party. No, that never happened. All brought to you by the Bravado Bison, a truck that makes you a man, even if you're a woman.
Станция. Главное драм-н-бейс шоу России. Да-да, друзья, это пиратская станция. И вот так вот затянула нас атмосфера и музыка. И мы плавно перебрались во второй час. Продолжаем тяжело степить и немного мрачнить вместе с Dark Side настроениями от лейбла Tech Each Recordings, от диджея и музыканта по имени Зигрил, которая играет прямо для нас сейчас гостевой микс. Yes, yes, эта ночь продолжается, друзья. Пиратская станция на Радио Рекорд. Мы чувствуем drum and bass. Seconds away from this match of hot bomb. The teams are squaring off. Get rid of that bomb before the timer runs down. Almost ready to start. Arena War starts now. Getting attached.
Ну что ж, друзья, вот и подходит к концу микс моей второй сегодняшней гости, диджей Зигрил. Катя, спасибо огромное за это настроение. Не часто, по крайней мере, в пиратской станции услышишь такие вибрации в таком количестве. Да, на самом деле, какая огромная честь поиграть на русском drum and bass таком часе, получасе, окей. И всем спасибо, кто слушал. Следите ВКонтакте, на Ютубе, там вот будет трансляции. Ну и, в общем-то, да, слушайте drum and bass, любите все. Ой, всем peace. А у тебя есть какие-то страницы, в частности, на SoundCloud? Есть ли у тебя твоя страничка, где могут люди послушать свеженькие демки? Да, конечно. В интернете можно набрать вообще просто на YouTube Zigrill, и можно найти любую ссылку с моими контактами. Ну, в общем-то, друзья, как и у всех. Ну что, еще раз большое спасибо. Друзья, эфир продолжается, и буквально через минуту я сменю моих гостей и представлю вам свою дикую подборочку. Yes, yes. We'll be right back.
Бум-бам-кабум, массив. Свежие пушки разносят эфир. Это пиратская станция. И я бомблю для вас нереальными новиночками. Прямо сейчас Aggressor Banks с композицией Rough. Чуть ранее No Concept и лейбл Technique Recordings. Слушали одну из вещиц с новой эпишки от No Concept, Fire Rhythm. Слушали звук новой EP такого артиста, как Transformer с лейбла Cause for Concern. Пара вещей звучала, Apparition и Broken Clocks, буквально по небольшому кусочку. Ну а начал этот микс невероятный нейрофанк-шлягер, в хорошем смысле слова, от Caracal Project, To Get Some. Yes, 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 yes.
События в пиратской станции. Треки молниеносно сменяют друг друга. И в настоящий момент мы слушаем работу Quadcore от Mizo, которая вошла в сборник 20 Years, сборник разных артистов от лейбла Cosmo Concern. Невероятный по количеству крутых вещей сборник. Рекомендую заценить. Также звучала еще одна работка от No Concepts, Technique Recordings, Get Me High. Слушали дабку лейбла Bad Taste Recordings, сингл от Zombie Cats. Оригинальная версия под названием Abandoned в ремиксе от Trillo. Yes, yes. Ну а полную версию трек-листа, друзья, не забывайте посмотреть уже сегодня днем в самых разных социальных сетях и официальных источниках Радио Рекорд. Yes.
Thank you.
Yes, yes, yes. Ну что, друзья, немножко New School Jump Up и такого современного drum and bass саунда. Прямо сейчас слушаем лейбл Big Freaks Audio, их новенькую EP-шку. И один из треков оттуда, вещица Unlucky. Прямо сейчас от артиста по имени Method. Yeah. В этом небольшом блоке также прозвучали Quantix с треком Atari, Complex, Back It Up, Vital Elements с Leave the Planet и Simula с вещицей The Shrouded Path. Yeah. Well, Jock, it's a fine day for a match of wreck. Мы продолжаем в духе таких диких прыгучих роллеров на Радио Рекорд. Yes, yes, yes. Demolition derbies remind me of being on the set of some of those 80s race car movies, you know, with rubies in the trailer, sometimes four at a time. Anywho, the crowd is ready for this race to begin, and we are too. Jock, you've got a tonic down, buddy. The kids don't like it. Come on, Al. Everyone likes war stories. This one time in Thailand. Enough, Jock. All set to bring this record match. Only wins that are no state fair.
sitting in the broadcast booth. Hello, everyone. I'm your host, Al Jarreau. Al, let's face it. Football is boring. Snore. Ratings are terrible. Bunch of people in tight pants getting brain damage. With Arena War, we have a real competition and permanent damage you can see right here, right now, in your face, not in 20 years. Mm. This is so much better. We have every kind of mayhem and mayhem on display tonight. Brought to you by Dynasty 8 Real Estate, reminding you that San Andreas is the very best place for you to invest your net worth. Пиратская станция. Главное drum and bass show России. Yes, yes, yes. Ну что, друзья, сколько успею, столько и поиграю песен до конца этого часа. Это Пиратская станция и самый новый, самый свежий drum and bass music за последнее время. Продолжаем танцевать, продолжаем ловить заряд энергии и бодрости. Вместе, прямо сейчас, вместе с Teddy Killers с композицией Psy 2000. Чуть ранее Missing, Absentia, а также Tefra, Mystic State, QZB, Deviant, Simplification и другие артисты, которые прозвучали за эти вот несколько минут. Звук продолжает так или иначе видоизменяться, но остается по-прежнему энергичным и нашим любимым XS. Gun tower in operational. Now the form is in the middle of attack. Already walked
every man do his thing. Away from you. Yes, yes. Ну, пожалуй, вот на таком номере и стоит закончить сегодняшний выпуск. Пиратская станция покидает частоту вещания Радио Рекорд под композицию Different Way от Murdoc и Errol Dunkley. Yes, yes. Немножко поднимающего настроение аплифтинг джангла этой ночью. Ну что, друзья, услышимся уже через неделю, в ночь с понедельника на вторник. Пиратская станция вновь будет взрывать эфир Радио Рекорд новым свежим драм-н-бейсом в своей фирменной подаче. Yes, yes, оставайтесь с нами, оставайтесь позитивными и настроенными на наш любимый саунд. Все время с вами Гвоздь. Всем пиз. Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России. Yes, massive. Это пиратская станция, мы на частоте вещания Радио Рекорд. Начинается новая ночь огня вместе с нашей любимой музыкой. Сегодня будем делать так, чтобы зима в итоге была растоплена, снег растаял. Yes, yes. Ну а начинается наше сегодняшнее путешествие композиции Enchanted от Казгер и Мелоран. Артистов с лейбла High Team Music. Этот лейбл представляет первую за 2019 год компиляцию Earl Grey, собственно, как и название чая. И компиляция включает в себя треки от артистов Resident Evil. Очень хорошее начало для этого выпуска. И сегодня, друзья, представлю все то новое, что творится в эти дни в умах продюсеров, все то, что творится и сокрушает драм-н-бейс вайбом на танцполах, какие-то свежие идеи, свежий продакшн. Ну и немножко продолжим слушать сборнички лучших вещей за 2018 год от некоторых лейблов. Они продолжают греметь, они продолжают выходить, и нельзя их обойти вниманием. Да.
shops completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again, get them what they need. Flames put ya, octane mixing, got me riding on a slipstream, overtaking bitches. Sitting pretty, taking first place pictures next to pictures of bitches, flashing titties across the finish. I'm a winner. Victory lap, tires smoking. With the trunk wide open, my side riding shotgun, asking me to settle, but I'm a fucking daredevil. Pedal flat to the metal, we're gone. Yes. Динамичная вещица от французского музыканта Black Owls разносит эфир пиратской станции прямо сейчас. Мы слушаем дабку лейбла Kill Tomorrow. Supernova, так называется этот трек. Чуть ранее Forbidden Society с их лейблом.
представил нам один из треков с EP The Armor EP. Мы слушали The Cold Man. И этим треком я не представляю новинку, а представляю лишь коллектив Forbidden Society как одного из участников грядущей Pirate Station Phoenix. Напомню, событие пройдет 8 марта в Дворце спорта Юбилейный в Санкт-Петербурге. Я думаю, что вы это ни в коем случае не пропустите. Ну а также слушали еще один свежачок, самый последний релиз с лейбла Bad Taste Recordings от Transforma совместно с Trickstar. Звучала VIP-версия трека High Octane. Separate the mind past the weekday blues. Find it harder in this time. This is front page news. We are blurred between the lines. This the mind of the beast. In the medallion on the side, roll it down for the east. Hate's an epidemic. Be the fire at the feet. We don't stop. We don't sleep. We don't stop. We don't sleep.
Бум-бам-кабум. Yeah. Разрывная пушка от Drum Sound, Bassline Smith и Teddy Killers, Metal and Blood, прямо сейчас в эфире пиратской станции. Одна из лучших вещей с лейбла Blackout Recordings, которым занимается Black Sun Empire. И, соответственно, вошедшая в сборничек этих самых лучших вещей. Чуть ранее звучала, кстати говоря, еще одна штукенция со сборника Delta 9 Recordings. Опять же, Annual 2018, ежегодничек от лейбла. И мы слушали забойную вещь от Stoner и Daughter Poison, Cirrus V. Yeah. И вот в таком духе продолжаем раскачиваться здесь на Радио Рекорд. Первый танцевальный. Бум! Бум!